У советских дальномерок видоискатель рассчитан под стандартный 50-миллиметровый объектив. Но если вы хотите использовать другую оптику, вам потребуется вот такой универсальный видоискатель. Например, вы хотите использовать объектив Юпитер-11 с фокусным расстоянием 135 мм. Для этого вы устанавливаете ваш видоискатель и устанавливаете соответствующее значение. Данный видоискатель имеет возможность смены 5 разных фокусных расстояний для популярных объективов. Кроме стандартного значения 50 мм, вы можете использовать 28, 35, 85 или 135. При установке объектива соответствующего фокусного расстояния в этом видоискателе вы можете видеть реальную картину, которую показывает данный объектив. На мой взгляд, это очень удобно, когда вы точно видите, какие объекты получатся на вашем снимке.